В Орловской области судебные приставы провели день открытых дверей. Орловчане смогли проконсультироваться по вопросам исполнения судебных решений и проверить наличие задолженности. Работа корректируется, и в том числе и когда вот к руководству управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обращаются граждане, мы стараемся как можно быстрее отреагировать на тот или иной вопрос и разрешить постараться его, и таких случаев у нас очень-очень много. Следующий день открытых дверей пройдет в июне этого года. Для личной консультации с начальниками отделов необходимо записаться на прием.